какая-то железная дорога проходит. Никакого знака Европа-Азии я здесь не нашел. Так, вваливаю. Сейчас будет какой-то водоем. Я вам его покажу. Место глухое. Делай здесь чего хочешь. Но водоемчик интересный. Вон видно водоросли и дно. Все видно. А вот это мне уже нравится. Ну, не медведи, так собаки. Ладно, пошли. Очередной водоем. И вот везде какие-то покрышки. Да что ж такое-то, а? Когда ж мы уже перестанем это делать и все уберем? А пруд-то очень даже ничего, забавный. Смотрите-ка, и коряжник здесь есть. Чего здесь только нету. Очень интересный водоем. Я бы с удовольствием бы здесь порыбачил. Я дошел до середины. И вот открывается потрясающий вид. Ну, хочу сказать, нифига себе пруд. Целое море. Водопада здесь нет, значит, он дальше. И передо мной открылась такая картина. Водопад из нескольких частей. Вода здесь идеально прозрачная. Просто идеально прозрачная. Здесь дорога заканчивается. Ну, по крайней мере, для меня. Ну и можно сказать, что это тоже мини-водопадик. Фу, еле иду. Сейчас как раз горочку поднимаюсь. Если честно, уже на последнем издыхании.